Продолжаем наш выпуск. Чтобы не катались по своим делам, в Северном Казахстане поддержали республиканскую акцию и на машинах госорганов стали клеить опознавательные знаки. На них написано, что этот вид транспорта должен использоваться только в служебных целях. Раздавать такие стикеры начали на прошлой неделе. Их приклеивают на лобовое или заднее стекло. Принудительно заставить руководителей госучреждений помечать свои машины в департаменте по делам госслужбы не могут, однако чуть позже проведут мониторинг. Пресечь факты использования машин в личных целях может любой североказахстанец. На стикере указан номер, куда можно позвонить, отправить смс или видео. Если подтвердится, что сам руководитель государственного органа использовал автомобиль в неслужебных целях, то ему грозит рассмотрение на совете по этике. Бывает, конечно, что водители используют автомобиль, но тогда водители как бы будут привлекать к ответственности сами руководители. Мы также направили письмо с рекомендацией присоединиться к этой акции и в территориальные подразделения центральных исполнительных органов. И считаем, что данная акция, она в первую очередь дисциплинирует, да, и водителей служебных автомобилей, и, конечно же, руководителей.